18 февраля поисково-спасательная служба региона отметила юбилейную дату – 30 лет. С днем рождения представителей благородной профессии поздравил глава региона Алексей Текстнер. Подробности далее. В рядах спасателей – кинологи, водолазы, десантники и ликвидаторы аварий. Они занимаются поиском и эвакуацией пострадавших, а также устранением последствий техногенных катастроф. Так, в 2018 году спасательный спецназ доставал людей из-под обрушившегося подъезда в Магнитогорске, – а в 20-м вывозили на каталках пациентов ковидного госпиталя после взрыва кислородной будки. В 93-м году, 18 февраля, на территории Челябинской области появилась поисково-спасательная служба Челябинской области. Состав был тогда небольшой, то есть всего было 20 человек, всего два отряда, это в Челябинске и в Золотоусте. На данный момент у нас сейчас 8 отрядов, рассредоточены на самых таких значимых местах нашей области, чтобы по удаленности по всему сделано. И численность на данный момент боевых спасателей, которые готовы прийти на помощь, 166 человек. В этом году служба отмечает юбилей, 30 лет на передовой спасателей. Спасение жизней. С днем рождения поисково-спасательную службу поздравил глава региона. Алексей Текстнер вручил благодарности и диплом лауреатов премии губернатора Челябинской области, отличившимся на службе. Так, заслуженную награду получил и магнитогорец Антон Дудлов, спасатель 3-го класса, отличившийся в области за защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В этом году мы увеличили и штатную численность поисково-спасательной службы и вводим соответствующую надбавку за выслугу лет, за профессиональное отношение к работе. И это важно, потому что аналогичные надбавки есть в МЧС. За 30 лет работы представители благородной профессии спасли больше 14 тысяч южноуральцев. Анастасия Кириллова, ОТВ, информационная служба, медиагруппы «Знак».